Как всегда, одна и та же жеста. Всем привет, мои хорошие. Всем приятного аппетита, хорошего настроения. Что-то кофточка маленькая стала. И как люблю, когда он пьет. Да-да, по вечерам начала ему давать корм. Утром чуть-чуть кашки, а вечером корм. Блин, я вчера кушала и вам даже не сказала, что я кушаю. Что девочки спрашивать начали в комментариях. Сегодня я что кушаю? Жареная картошка дочь пожарила, брокколи. Зеленый лук в огороде набрала в собственном. Где набирала, покажу вам чуть позже в этом видео. Потом еще в этом видео... Я вам покажу сосульки, какие висят на доме, но там половину они уже слетели. Вот. Поэтому не только мукбанг сегодня у нас будет, а еще и показ огорода, а еще сосульки. Сметанка. А, еще шпроты сегодня у нас. И еще вот такая вот штучка. Дочь забрала половину. Вот. Там колбаска, грудинка. Всем приятного аппетита. Кушайте на здоровье. Кто болеет, выздоравливайте поскорей. Набирайте сил. Положительными эмоциями. И чай. Без никто. Как же я люблю брокколи. Вкусненькая. Как вкусно свой лук есть. Уже второй раз срываю. С одной грядки. А вторая грядка... А, я вам там не только лук покажу, еще чуть-чуть помидорки покажу, огурчики покажу. Иностранные фрукты взошли, не все еще. Тоже покажу. Поэтому женское счастье покажу. Поэтому не отключайтесь. Можете отключаться. Потом пожалеете. Со сметаной брокколи, как вкусно, блин. Пересаживала. Орхидеи сегодня, а еще тут это. Аджига у нас. Прям чувствую, хочу есть. Все бросила. Поехала домой. Что-то я вам тогда в прямом эфире сказала, что у огурчиков уже 5 или 6 листиков. Это я, наверное, посчитала с этими, с новорожденными тогда в уме. Сегодня посмотрела на них, а у них только третий, что ли, листик там лезет, или четвертый, вот этот уже, ну, не семидольный, или как они там называются-то. Блин, шпрот с помидорами вкусно.
Угу. Во. Вкусно. А другую грядку не сорвала, оставила. Одну сорвала. Любимого скоро день рождения. Блин, Ирочка, когда у тебя день рождения? Сегодня или завтра? Или вчера было? С днем рождения тебя, моя хорошая. У кого еще день рождения у девочки, если вдруг? Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам всем счастья, здоровья, любви, удачи. Всего самого-самого лучшего. Угу. Не болейте. Ну и всего того же самого всем, у кого и нет день рождения. Блин, а у нас там еще огурчик есть соленый, я вспомнила. Может, надо его съесть? Он будет лежать в холодильнике, тухнуть-то. Да? Погодите, не уходите. Я знала, что вы меня дождетесь. Вы даже и не поняли, что я уходила. Соленые. Вот это ужин у меня сегодня. Вот это я понимаю. Вкусно, дочь? Там Галина какая-то с Украины. Забыла фамилия. Я не хочу запоминать. Уже не первый раз пишет мне. Девочки уже даже заметили, ей ответили. У вас такой страшный муж? Или боитесь сглазить? Что сглазит? Какая ваша разница? Какой мой муж? Страшный или красивый? Это мой муж. Не ваш. Для меня, какой бы он ни был, он самый красивый, самый любимый. А вы на своего смотрите. Угу. И будете разжигать в комментариях скандал, уйдете в черный список. Это я про то, что начала там. С чего начала писать, что там ваш, и пишет все неправильно, типа наш российский президент такой плохой, их не украинский такой чего-то там, что к чему начала писать, вы скандал хотите устроить, что ли, у меня в комментариях, так я увижу еще один ваш комментарий такой, связанный с депутатами, с правительством, вы что-то напишите такое, что ну, кому-то это может не понравиться. Я 100 раз говорила. Мой канал не политический. И свои конфликты между президентами на своем канале устраиваете, который откроете. Вот. На моем не надо писать такие вещи. Это далекие от нас люди. От простых людей. И кто где устраивает войну?
по-нашему ничего не будет. Вот. Как они захотят, так и будут делать. А к чему вы пишете эти комментарии, я догадываюсь. Поэтому уйдете в черный список. Оскорбительные. Я уже говорила не раз, что я уважаю все нации. И не хочу говорить ни про одного президента никак, ни хорошо, ни плохо. И прошу вас тоже об этом не говорить. Понятно? Поняли? Или не поняли? А то еще она мне тут начала разжигать костер. Наводнений будет, не надо. Снега нынче столько у нас в России. Боженьку благодарите за то, что вы проснулись и живете, и дышите. Угу. То муж мой. Такой чекой, не чекой. Какая ваша разница? Какой мой муж? На чужой каравай роток не открывай, ёшкин кот. На своих смотрите. Сто раз сказала. Не переживайте, я тщательно просматриваю видео, где есть мой любимый муж рядом. Вот так. За вас волнуюсь, чтобы вы не испугались. А то и я такая красивая. На хрюшку похожа. А вот мой красивый муж любит меня такую красивую, какая я есть. А вас, по-моему, нет. Мне вот не хочется посмотреть на чужих мужей. Верите? Ни грамма. Потому что меня мой устраивает. А вам какая разница, что обосрать? Хорошего человека или плохого? Вы обосрать можете все. И хороших людей, и плохих. И в дело, и без дела. И с маленькой кухней, и с большой. Мастер звонил, компьютерный, писал смс-ку на WhatsApp сегодня утром. Замена клавиатуры и чистка, сушка, ну, всех этих херовин. На данный момент.
пока. Он сказал. Промеж зубов застряла. Так что отделались легким испугом. Ну, тоже деньги. Ё-моё. Так шпрот хотела, что-то. Чуть-чуть поела. Лук хотела собственного урожая, огорода. Больше, чем все остальное. Вот. Блин, я все конфетки на склад утащила. Ой. А еще девочки писали, чтобы подать в суд на компанию. Управляющие девчат. Я уже говорила в прямом эфире, что я не буду никуда подавать. Я не буду ничего писать. Там девочки бегают. Дому 2 года будет. Или уже 2 года. Девочки бегают все это время. И ничего не могут добиться. Вот. А я такая деловая, сейчас приду, ага. Мне все сделают, да? Компенсируют. Не пойду я никуда. Не хочу я нервы свои мотать. Я жить хочу спокойно. По поводу зря закрыли верхушку, тоже девочки писали. Ну, дырку муж зря закрыл там. Открывал же потолок. Типа, надо было это оставить просушить. Мы просушили, девчат. У нас работало 2 вентилятора. Один на стену, один на потолок. Вот. Просто на время съемки... Я его выключала. Там все просохло. За совет, конечно, вам большое спасибо. Вы знаете, я рада всегда вашим советам. Я к ним прислушиваюсь, приглядываюсь. Вот. Дочь у меня какой-то там опять доклад пишет. Да много-много листов. Нелегко быть медиком-то, однако же. Да, дочь? Нелегко быть медиком? Нет? А тебе нравится? Нелегко, но нравится. Я не слышу, дочь. Тем более, когда учитель английского занижает оценки. Хулиганка. Да я верю тебе, ладно. А сколько ты должна знать? Примерно вот за то, что мы выучились 6 месяцев. Угу. 7. Угу. Я должна знать больше 300. 300. 300 слов? Более, да. А ты знаешь? Я не знаю. Почему? Мам, а как я должна реагировать?
постоянно срывались по английскому. Ну, значит, это в интернете находи дополнительные занятия и изучай. Не помогай. Я по жопе тебе дам. Мама, чтобы английский понимать, я с самого начала изучать. Изучай. Тебе это надо для уроков. Я в шоке. Я уже слова буду учить, как получится. Учи. Учи. Двоечница. Я говорю, четверки-пятерки. Должны быть одни пятерки. Для хорошего врача будущего. Да? Хорошие у вас преподаватели, раз вас дрючут. Так и должно быть. Да-да-да. Скажите, девочки, только хороший преподаватель выпустит хороших медиков. Вот. Все, мои хорошие. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. Это самое... Точнее, не пока, смотрим дальше видео. Вот. Я вам обещала показать, девочки, что здесь творится. Смотрите, в углу дома весь лед стекает по трубе. Там труба, как я понимаю, слив с крыши. И видали, что творится? На газовой трубе. Я не знаю, видно вам, нет. А теперь смотрите вон туда. На газовой трубе сколько льда. И вон там уже упали наверху занавески. Вот эта занавеска как раз над нашим балконом. Ну, вон балкон застекленный на втором этаже. Вот он. Это наш. А вон там, смотрите, что делается. Вот такие сосульчики висят по всему дому. А вот здесь детская площадка. Здесь играют дети. Вот. Которым не запретишь бегать под домом. Трындец. И нахрен никому ничего не надо. И вот это вот весь сырой угол. И все вот это, оно течет. Он на втором этаже, балкон наш, застекленный. Ой. И как оно там течет, хрен его знает. Ну, как-то течет. Чё, мои хорошие, я вас в огород взяла с собой сегодня. Вы рады? Будем лук собирать. А то уже падает. Уже второй раз урожай собираю. Видали? О, сколько. А там вон еще стоит. Но этот, наверное, не буду трогать. Оставлю. До мужа день рождения пусть стоит.
Ну, если... Ну, чуть попозже сорву. Пусть стоит. Даль какой? Лес у меня там. О! Мои женские счастья, спатифилумы, наконец-то начинают отходить. Боже мой, целый месяц болеют, а? Но отходят. Я их в день, пока здесь, по несколько раз опрыскиваю. И по чуть-чуть поливаю. Отходят помаленьку. А там вон маленькие, которые... Один вообще лег, думала, умер. Но нет, сегодня, смотрю, встает. Они полностью вообще до сих пор в теплице. И один, самый слабый был, он стоит. И там у тех вроде тоже что-то проклевывается. Но потом покажу на орхидейном канале. Видали, какой у меня тут огород-то? Вот, а.